Здравствуйте, дорогие участники фестиваля конкурса Golden Time. По итогам нашего последнего конкурса хочу сказать, что уровень вырос. И критерии оценок тоже возросли. Поэтому, пожалуйста, ответственно и внимательно подходите к подготовке конкурса, к подготовке видеозаписей, выбору материала и технической подготовке голосовой или инструментальной, да, то есть конкурс приобретает очень высокий уровень. Итак, по нашим юным академическим певцам мне очень понравилась Каткова Елизавета и Умида Мурзахматова. Следующие категории — Карина Голубева и Шаринова Гюней. Далее перейдем в поп-вокал — Ксения Дорошенко, Вера Алефир, Дарья Байко и Динара Натилали. Среди инструменталистов и микс-категорий выделились Алиева Амалия, Мария Гузунина. Мне понравилась ее песня про королеву. Очень хорошие, добрые слова. Ну, может быть, кто-то не согласится из комиссии. Я не оценила в данном случае вокал. Мне понравилась песня. Да, и слова, и само как бы исполнение вообще этой песни с душой, от всего сердца. И в заключение хочу похвалить Анну Кудрявцеву. Очень хорошее исполнение, артистическое и вокальное, и произношение, и актерская игра. Было все на очень высоком уровне. И еще было Вайн Эмо Трио, которое тоже мне очень понравилось. Итак, желаю всем победителям и не только дальнейших успехов. Не болейте и встречаемся на следующих конкурсах. Всего доброго!